Напомним, система платных парковок действует в центре Перми на территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Островского, Монастырской и Акулова с 8.30 утра до 19.30. Стоимость стоянки автомобилей в рабочие дни составляет 15 рублей в час. Штрафовать водителей начали после ознакомительного периода, который длился с 15 августа до 1 октября. Как выяснилось, не платят не только потому, что жалко тратить деньги, но и потому, что иногда просто не удается провести оплату. Напомним, как ранее заявлял представитель компании-подрядчика, который занимается организацией системы платных парковок, к началу штрафного сезона все паркоматы будут приведены в нормативное состояние. На деле не все так хорошо. Первый же паркомат, к которому мы подошли, на улице Куйбышева, оказался неработающим. Паркоматы не работают, смс-ку отправить не могу. Проблема. Неравнодушные граждане Перми начали обращаться в прокуратуру Пермского края. Надзорное ведомство решило проанализировать работоспособность системы и выявило ряд нарушений. Информационные щиты и паркоматы в недостаточном количестве. Кроме того, в надзорном органе отмечают, что городские власти не обеспечили бесперебойное функционирование стационарных терминалов, поэтому у пользователей парковок возникают трудности при оплате услуги. К примеру, паркоматы практически отсутствуют в районе, ограниченном улицами Монастырской, газеты «Звезда», Пермской и Максима Горького. В адрес главы администрации города Перми направлено представление о том, чтобы данные нарушения были устранены путем либо внесения соответствующих изменений в решение Пермской городской думы, либо оборудования платных парковок в соответствии с установленным порядком. На устранение нарушений у городских властей есть 30 дней. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.